День со Станиславом Бондаренко. Ну что, сегодня насыщенный день. Я только приехал с гастролей. И куда направляюсь, как думаете? Конечно же, на тренировку. А вообще, давайте проведем день со Станиславом Бондаренко. Вообще сегодня действительно насыщенный день, потому что скоро у Рики день рождения, я решил не откладывать с подарком. Скоро начнутся съемки, и ездить выбирать уже будет некогда. Решили немножко прокатиться и посмотреть, что бы она хотела. Страшно. Ну, парфюм – это еще не самое страшное, что может быть. Так, ну что, давай, я определю сюда. Хорошо, все, оплачем на карту. Да, да. Ну что, а у нас обед, нужно перекусить и бежать дальше, потому что этот человек всегда голодный. А еще у нас есть необычная новость. Алексе, старшей дочери, предложили роль спектакля. Это филиал Пушкинского театра, спектакль будет называться «Моцарт», где она будет играть младшую сестру Моцарта. Обалдеть вообще. 5 лет. Ну, для кого-то не новость, для меня это новость, я вот делюсь. Ну что, как вам новый формат видео? Если понравился и стоит так продолжать, давайте устроим опрос, голосуйте, продолжать или не продолжать. До встречи! Друзья, чтобы не пропускать новые видео, подписывайтесь на канал сериала «Актеры. Личная жизнь». Внизу пишите комментарии и ставьте лайки.